23 июня начал свою работу новый автобусный маршрут номер 48П от станции Голицына до военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил РФ «Патриот». Он будет работать ежедневно с 7:40 до 18:30 с интервалом движения 1 час. Стоимость проезда составит 60 рублей. Оплатить можно банковской картой или картой «Стрелка». Туристическая привлекательность парка существенно возросла. Новый маршрут введен для удобства жителей и гостей региона.